из запаса в рамках частичной мобилизации на территории Волгоградской области завершен. Мобилизационное задание, установленное для Волгоградской области в рамках частичной мобилизации, выполнено. Дальнейшее комплектование частей и соединение вооруженных сил Российской Федерации будет осуществляться за счет добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту. В настоящее время часть личного состава, призванного на территории Волгоградской области в рамках частичной мобилизации, уже направлена в зону СВО. Остальные продолжают занятия в учебных центрах и на полигонах Министерства обороны России. По обращениям командиров частей приняты меры по улучшению бытовых условий и условий для проведения занятий. И эта работа продолжается в плановом порядке. Первоочередное внимание мы уделяем личному составу, призванного с территории Волгоградской области и зачисленному в воинские части и соединения, имеющие место постоянной дислокации, территорию Волгоградской области, а в настоящее время выполняющие задачи специальной военной операции. В зону СВО продолжаются поставки специального оборудования, техники и специальной экипировки, в том числе не предусмотренных штатными нормами довольствия, но необходимых военнослужащим. Продолжается работа и по социальной поддержке мобилизованных и их семей. Принято и реализуется решение о единовременной областной выплате жителям, мобилизованных на территории Волгоградской области, в размере 100 тысяч рублей. Эту выплату уже получили порядка 70% призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих. Кроме того, в настоящее время идет подготовка к проведению единовременных региональных выплат в размере 100 тысяч рублей и добровольцам, участвующим в специальной военной операции. Выплаты по данной категории мы планируем начать после 10 ноября. Марина Романова, телеканал «Волгоград-1».